have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами опять вернулись во вселенную Макси, он же Макс Пейн. Здесь у нас лежат парочка ребят, прилегли отдохнуть. Почему мы здесь? Мы с вами закончили в прошлый раз на крыше. Поскольку игрушка очень-очень-очень древняя, очень-очень старая, тут заклинила текстурку. Я очень долго пытался пройти. Тут этот парень, собственно, если вы помните, мы бежим за парнем, которого мы подстрелили. Мы с ним приехали на поезде, если можно так сказать. Да, так вот, он должен был сбежать сюда вниз, приказать трем ребятам сказать: «Эй, там спускается Макс, мы должны его убить». Они должны были побежать ему навстречу, а он, видите, по пятнам крови побежал туда. Но текстурку заглючило, парень остановился вот здесь на лестнице, и пока я сюда сам лично не спустился, вот, никак не отглючивало текстурку. Потом было много раз, когда ее отглючивало, но парень не пробегал, а просто, ну, короче, тут был чистый кошмарище и адище. Давайте мы с вами посмотрим, хотя бы, надеюсь, дальше текстура не заглючит. Это второй босс. Но нам нужно, чтобы все сработало. Я надеюсь, что на этот раз все сработает. Короче, спасибо, что слушали эти 3,5 часа. Вот. Нам туда. Да, оно того явно не стоило. Кроме того, что слушали 3 часа, так еще и загрузку посмотрели трехчасовую, да? Фух. Инграм подобрали. Хорошо, сохраняемся. Кровяка идет. Да, вот, наконец-то. Он уезжает, стреляет. Открывается дверка, он такой убегает. Вот, фух. Давайте после этого сохранимся, потому что... В прошлый раз вот все вот это ужасно глючило, и кроме того, что оно глючило, оно мне еще и запись поломало. Вот, и мне пришлось... Молодец, чувак. А как я теперь... А, ты с пистолетами был, пофиг на тебя. Тут я не могу открыть ничего. А тут у нас есть патрончики. А, вот эти можно разбить. Грены мне дали. Так, двойные инграмы. F5. О, боекомплект инграма. Это того стоило. Полный боекомплект инграма. Супер. Так, ну, я отсюда пришел, по-видимому, нам сюда, что ли. Черт, сейчас будут все эти... Меня уже кто-то гасит, если что. Кто? И как это происходит? И мне не сюда? О! Оу! Беретта. Тут ничего, что спецназовцы у вас в гробах валяются? Или типа в гробу вы их видели? Так, ну да, вот отсюда я выбежал, а куда нам теперь? Игра, ты совсем не очевидно иногда бываешь. Мне надо вызвать лифт или... Ну, он уехал наверх на лифте, это я понял. А как мне теперь его обратно вниз спустить?
А, тут кнопка есть, вот. Ай, дебила, кусок. Да, давайте. Чувак меня там что-то стрелял. Он даже попал. Это даже немножко обидно. Ёпарасоте. Фух. Ого! Я только его заметил, он мне такой шикарный хедшот вламывает. Так, давайте дезерт. Давайте это. Так, с тем чуваком наверху тоже надо разобраться, я думаю. Нормально. Фух. Я еще на самом деле боюсь, прям чертовски боюсь, потому что если где-то что-то заглючит, ну это будет катастрофа. А нам не сюда. Я думал, надо будет вернуться, нам, видимо, возвращаться. Зачем я сюда поднялся тогда? А, потому что мне сюда, вот зачем я поднялся. А, не надо меня держать. Ох, держите меня, Севера. Грена, вы совсем дураки, что ли? Гренами в меня, в живого человека. Ну, я не знаю. Этот я сохранился, конечно. Сохраняшка просто на ура прошла. Давай без грен. Да. Иди сюда. Иди поговорим. Может, мне туда грену закинуть? Черт! Я по нему пару раз попал, кстати. Нет! Это был эпик фейл просто. Не прыгай туда! Оп, аптечки наконец-то. Да пофиг, съем все, потому что надо. Фух, сложно. Через 100-500 сохранений, потому что убивают просто моментальнейше, убивают просто на повал. О, кстати, это капитан Бейсбол Бэт. Бейсбольный бед. Похоже, там очень сильно бомбануло все. Ладно, оно того стоило. F5. Сюда же, конечно, не войду. Что? О! Сюда можно попасть? Или где? Или я что-то путаю? Там какая-то нычка. Ладно, пойдем вниз. Тут у нас... Оп, обезболивающие, карты, деньги, без стволов. А, или это... это можно открыть. Угу, берета полная. Хорошо. У кого-то полная задница творится, а у нас берета полная творится. Сохраняшку. Куда этот чувак побежал?
чтоб тебя. А, вот что мне тут мешало пройти. Ну тогда понятно, хорошо. Еще и Грену в меня кинул, твариная такая. А мне не сюда случайно? Да, мне туда. Так, ну... Тут в туалете никого нет? Так, дверь сейчас вынесут. Телек. Бэйну некуда идти. Мы уже почти настигли его. Как только он будет арестован, вы получите от нас полный отчет. А сейчас извините, мэм, но у меня много дел. Верю, верю. Это был старший инспектор Джим Бравура. Так. Как раз убил из комментариев. Бравура явно переедает. А так он парень неплохой. Это судьба поставила нас по разные стороны баррикад. Но когда речь шла о том, чтобы поймать меня, у него явно ничего не выходило. Пока. Да, это да. О, берет-то. Кого там шпиговать-то собрались? Шпиги. Так, ну хорошо. Не явно сюда. Спасибо. Стиралка, шкафчик не открывается. А, возьму-ка я, наверное... Хотя, знаете что? 4 грены. А куда он делся? Черт. Совсем офигели. Ох, это ко мне фраг прилетел. Так, я понял, там этот чувак, его надо обезвредить. Хорошо. Хорошо, ко мне? Да, ко мне. Хорошо. Разошлись. Как в море корабли. А чё так... Блин, он двери... Они умеют двери открывать. Из чего ты в меня так попал? Из гаубицы? Чёрт. Боезапас Инграма полон. Спасибо. Прилягу я здесь на подоконничке, передохну. Мягко у вас, хорошо. Это он и типа из Desert Eagle по мне? Так. Я не могу это разбить? Серьезно. Фиг с вами. Давайте так. Не трать мне замедлялку, пожалуйста. Так, куда делся этот Вася? Что-то я его давно не видел. Как бы опять скрипты не глюкануло. Мне страшно. Мне страшно даже не сколько этих ребят. Чёртовы гранаты. Надо вперед бежать. Что у тебя за пушка? У тебя дробаш? Помпа? Понятно. Во! О, он тут! О! Да убьешь, убьешь, не переживай. Я даже практически уверен, что у тебя это получится раза два-три. Так, ну допустим.
Неужели? Фух, блин. Тщательно выдохся в тупике. Там, где из канализационных люков валил пар с такой силой, что казалось, будто внизу под нами находится сама преисподняя. Макс, да вы поэт. Отвали! Плохое начало, Юли. Применение силы при аресте. У меня это неплохо получается. Ты не можешь меня просто так покалечить. Ну-ну, успокаивай себя сколько хочешь. Послушай-ка, Золотц, я не собираюсь быть мальчиком для битья. Я хочу знать, где прячется твой босс. Во-во. Я не просил ни о чем подобном. Беда сама нашла меня и окутала черной тучей. Добрых и справедливых в этом городе было не больше, чем золотого песка на речном дне. Я не был героем. Да-да. Я, пистолет и он. Из всех вариантов у меня оставался только один. Скажу только, не делай мне больно, не надо! Любина в ночном клубе, в клубе Рагнарек. Заведи на меня дело, арестуй, посади за решетку, только не делай мне больно! Твои права зачитаю тебе на похоронах. Ай, Рагнарёк. Ой, блин, я помню это место. Рагнарёк был личной собственностью Люпина. Наркопритон, устроенный в здании старого театра. Я знал, что меня ждет внутри. Свихнувшиеся наркоманы, готовые на все в припадке бессмысленной ярости. А также отряд головорезов Люпину. Я помню это место. Более приятен, чем головная боль, пульсирующая от автоматных очередей. Фасад клуба был оформлен в готическом стиле. Намек был таким же туманным и неопределенным, как пуля в сердце. Яблочко от яблони недалеко падает. Во всем здесь чувствовался Джак Люпино. Билеты. Но билет-то мне явно не нужен. Секьюрити. Они же секьюрити. Так. Ну что ж. Что вы мне скажете? Минуточку. О, телек. Телек я включу. Меня что, стреляют или где? Или что? Что происходит? Да! Откуда ты появился-то, стреляльщик? Фига себе, тут я, то есть я зашел, нажал. Тут за мной была дверь, я ее даже не заметил. Ёшкин кот! Да это какой-то хоррор. Да, короче, нам сюда. Вот эта штука открылась. До свидания. Фуф. Все равно отхватил. Здесь не отхватить невозможно. Эта книга никогда не попадала в бестселлеры. Судя по обстановке, какая? Вряд ли кто-нибудь здесь проводил время за чтением. Книжка называлась «Время смерти и вьюг». В аннотации на обложке упоминались скандинавские мифы о Рагнарёке, войне, которая приведет к концу света, и о страшной зиме, которая скует льдом весь мир. Несложно представить, как кто-нибудь с неуравновешенной психикой вбил себе в голову, что близится конец света. Я начал понимать, что представляют из себя клуб и его владелец. Угу. Да. О, обезболивающие. Убийцы Пейна. Это Пейн. В меня по полной летят грены. Неужели я его убил, блин? Всего 300-500 тысяч лет прошло. Так, ну хорошо. Клубешник у вас так себе. Честно вам скажу. К-
Кто это? Я понимаю, что они наверху, но... Есть? Договорились? Надеюсь, что да. Нет фонарика, и это очень печально. Черт. Я этого убил, нет? Так, мне нужно это. Не забываем сохраняться. После, блин, каждого, зараза, килла сохраняться. Минус 2. Все, аптечки нафиг ушли все. Так себе у вас клубеш, не говорю, ребят. Не приду я к вам больше тусить. Я, в принципе, не особо по клубам хожу. Диско. Диско у них тут. Черт, хочу аптечка. Хочу запас аптечка, у меня никак не получается в запас их нажраться хоть немножко. После этих фраз обычно летят гранаты, летит что хочешь. Ну вы поняли, да? О, этого тоже убило. Приходится читерить. Обезболивающее, спасибо, блин. Тут чуть-чуть... А, ты решил так отдохнуть, прилечь? На столе лежал экип. Комната была забита легким чтивом. Легким чтивом. Старинные фолианты, вроде «Молот ведьм» и «О новых вратах в царстве тьмы». Кстати, «Молот ведьм», да, ребят. На обложках, на оккультные и инфернальные темы, соседствовали с фильмами ужасов и досками для ролевых игр на ту же тему. Единственное, о чем я мог думать серьезно в этой комнате игрушек, было то, что Любина воспринимает это очень серьезно. Да. Книг на оккультные темы. Так, как нам пройти дальше? Должен быть какой-то где-то рычажок. Замка там никак... А, вот рычаг, собственно. Блин, вот... Ребята, те, кто ноют, что все сейчас в современных играх совсем не очевидно, идите нафиг, я вам просто вот говорю. Не очевидно вам, да? То есть это вам вполне очевидно, то, что здесь происходит. О, вот эти рычажки незаметно. Ой, блин, тут, по-моему, сейчас начнется этот рычаг дикий, да? Ну, то есть, минуточку, вся атмосфера говорит о том, что сейчас начнется дикий рычаг. Это нормально. Я подожду. Вы придете сюда? Или вы передумали? Я не собираюсь с ним перестреливаться, блин. Давай, до свидания. О, там можно наверх подняться. Все, я вас понял. Жрем последнее. Давайте, может, я аптечку найду. Нашел.
Круто. Хорошо, что вернулся. Ух ты ж! Черт, это меня почти убило. Так, ну допустим. Допустим, ква. Черт. Хорошо. Вышли по нулям. Я опять полностью без обезболивающих. Но, по крайней мере, вышли по нулям. О, Инграм подобрали, хорошо. Что-то у нас еще. Давайте сохранимся. Такой размен меня, в принципе, наверное, устроит. Опять аптечек в запас нифига не получил, но, по крайней мере, справился и жив, красив орел. Откуда ты вышел? Из какой дыры ты вылез, тварина? И куда нам теперь? А, нам сюда теперь. Черт его! Вот просто! Просто са-та-та-ра-та-та! Я не хочу говорить. Из ниоткуда. Все, вот тут сохраняемся. И он в замедление все равно попадает. Но я понимаю, что замедление не спасает от пуль. Почему-то есть такой живучий. Я просто упал. Круто. Вот здесь, почему срабатывает замедление, ну, как бы эффектная сцена, типа, что это последний чувак в обойме, но это не так ни разу. Зря. Так, хорошо. Минус два. Это идет наверх. Он с двумя инграмами, но он немножко косоватый. Минус. Так, боекомплект инграма полен. Сохраняшка. Куда я вылетел? Откуда ты там взялся? Объясни мне, дружище. Я вообще ни черта не вижу, куда мне надо. Нет! Секунду, ребят. Мне пришлось высветлить немножечко экран у себя, чтобы хоть что-нибудь видеть, что здесь происходит. Потому что это вот вообще ни разу не фан. Так. Я подозреваю, что нам сюда. Готичненько. Я не хочу дальше пойти. То есть, если бы я был нормальным человеком, я по тем штукам дальше не пошел бы. Я пришел бы сюда. Там будет еще один.
Так, Инграм мы порастрепали немножечко, боезапас на Инграм. Под лестницами любят прятать. Я стрелял в никуда практически. Так, хорошо. Фух. 4 взял, 3 потратил. Кучу народу ушатал. Так, патрошки. Кто будет со мной делиться патрончиками? Фух, ребят. Ну, по крайней мере, на этот раз мы с вами не на улице. Давайте на этой чудесной сцене пока что с вами закончим, потому что тут дальше может начаться что-то пострашнее. Я точно не помню, что будет, но я помню, что с этим клубом у меня связаны не самые хорошие воспоминания. Ладно, ребятушки, на этом сегодня у нас все. Приходите на следующей серии, посмотрим, что еще натворит Макс, или кто еще что натворит с ним, посмотрим. Вот, так что увидим. Я надеюсь, что вам интересно, потому что, ну, мне интересно, мне классно, и я хочу поделиться этим позитивом с вами. Все, ребятки, всем удачи, всем добра, всем бобра, всем покеда и всем оладушек.